Раз, два. Всем привет! Меня зовут Газизов Марат, компания Альпари в Санкт-Петербурге. Ежедневные обзоры финансовых рынков, торговля без индикаторов. Только что вышли британские новости. В целом они оказались не очень хорошими. Мы видели реакцию на выход этих новостей. Но все быстро восстановилось до, как говорится, начального момента. То есть до того, как вышли новости, этот уровень, собственно говоря, сейчас был достигнут. С точки зрения экономических показателей и с точки зрения экономического календаря, сегодня у нас бурный день. Ожидается, вот буквально через час начнет вещать Марио Драги. Что он там скажет, известно только Марио Драги и, наверное, его секретарше. Далее, завтра у нас четверг, состоится заседание Европейского центрального банка, поэтому в свете завтрашнего заседания очень интересно будет услышать его какие-то комментарии сегодня. То есть сегодня день ожидает быть достаточно горячим. Большое количество новостей. Ну, собственно говоря, как говорится, экран перед вами. Экономический обзор также перед вами, смотрите. Единственное, что могу сказать, я сам на новостях стараюсь не торговать, а стараюсь торговать минут через 15-20 после того, как новость будет опубликована. Смысл в том, чтобы рынок выбрал себе направление, а дальше я уже вместе с рынком буду двигаться в ту сторону, куда рынок, собственно говоря, и выбрал себе направление. Уходим от фундаментов, мы переходим к техническому анализу. Сейчас я переключу экран на стол рабочий. Вот я переключаю, чтобы не получилась такая же история, как была вчера. Ну что, сегодня у нас? Да, у меня несколько позиций открыто. Тот франк, который я открывал вчера на самом пике, вот здесь вот, удалось удержать, часть позиции я закрыл. Сейчас я опять добавился по франку. Где-то около часа назад вот открыл позицию в продажу. Но, как вы видите, уже меньшим объемом, чем обычно, потому что цена и так уже находится внизу, соответственно, объем я сокращаю для входа в рынок. Собственно говоря, вот он канал. Была попытка ускорения тенденции вниз, она оказалась неудачной. Вот был наезд буквально где-то пару часов назад. Верхняя граница канала протестирована, но при этом рынок сформировал опорные точки. Ближайшая здесь первая, вторая, третья опорная точка. То есть это значит, что если цена не удержится на этих вершинах и пойдет вниз, то хорошим моментом для входа в рынок будет являться как раз пробитие вот этих вот уровней. Почему? Потому что здесь, вот посмотрите, был краткосрочный тренд, и, как мы видим, он цели не достигнуты. И, соответственно, рынок здесь пытается уже идти вниз, и сигнал для входа в рынок пробить вот этих опорных точек. Плюс еще рядом стоп-лосс, что очень удобно. И мне нравится вот такого рода шпили, которые здесь формируют рынок перед тем, как пойти дальше вниз. Такая же была ситуация здесь, такая же ситуация была вот здесь. То есть рынок сформировал разворотные модели. Ну, как бы, чтобы нам легче не жилось, вот, как это есть, мне понравилась фраза, последний поцелуй, как говорится, делает рынок, а потом идет в ту сторону, куда, собственно говоря, он и настроился. И я надеюсь, что такой же последний поцелуй был и 2 часа назад. Поэтому позитивно я жду движения вниз. И, ну что, куда цена упадет, сказать сложно, но вот здесь набор позиций есть, вот, приблизительно вот в эту область. Это цель вот этого падения. То есть среднее значение этого уровня, это вот здесь, вот эта цель этого падения. Плюс еще, если цена все-таки свалится вниз, то тогда мы переключаемся, опять вспоминаем тренд, недельный, дневной по франку. Посмотрите, пожалуйста. Тенденция вниз сохраняется, недельный смотрит вниз, пробитие линии канала состоялось, выход из этого канала, разворотная модель, плюс канал, все говорит за то, что рынок двигается, выбрал себе направление укрепления швейцарского франка против американского доллара. Единственное, что мне не нравится в этой ситуации, то, что вот эти коррекционные откаты, которые здесь, вот, для меня нормальный коррекционный откат, когда он имеет некую такую структуру. Да? Здесь вот она эта структура трехволновая. А здесь вот структуры не было, рынок сразу провалился вниз, обновив предыдущую впадину. Здесь вот та же самая ситуация. Чем это чревато? Это чревато тем, что рынок может вспомнить о том, что надо сформировать еще один накат наверх, волну С, А, Б, С, и только отсюда пойти вниз.
Вот таким образом. И в принципе ничего, нарушений никаких нету, тенденция не сохраняется, а я остаюсь без, вне рынка. Вот такая ситуация, она возможна. Поэтому очень жестко контролируем данные движения, обязательно работаем со стопами и ни в коем случае не отлучаемся от монитора, если вы не ставите стоп-лосс. Да, вот. Ну вот, собственно, такая ситуация по франку, поэтому добавить здесь больше нечему. Да, вы увидите, наверняка у меня здесь открыта позиция по еврофунту. Но я хотел бы сказать, что я сейчас разрабатываю еще одну стратегию. Возможно, я ее вынесу на, как говорится, на обсуждение где-то ближе к лету. Сейчас просто накапливаю опыт. Это еврофунт. Тут, значит, ну, это не руководство к действию ни в коем мере, пожалуйста. Это просто отработка моей стратегии. Поэтому я даже комментирую сейчас не буду, тем более, что вы прекрасно знаете, я по кросс-курсам не торгую. Ну вот, был такой момент интересный, там возник, пытаюсь отработать эту стратегию на кросс-курсах. Так, поехали дальше. Значит, евро-доллар. Евро-доллар у нас, тенденция, наверное, сохраняется, была попытка скорректироваться, и эта попытка, она также есть. То есть рынок может уйти в более глубокую коррекцию вниз, это не будет сюрпризом для того, чтобы потом снова возобновить вот этот подъем наверх. Здесь уже есть разметки, 1, 2, 3, 4, 5 волна, но меня смущает 4 волна, которая перебила высоту 1 волны. Может случиться так, что здесь это 1, 2 и вот пошла 3 волна, вот я ее отобразил здесь, посмотрите, вот таким образом отобразил. То есть 1, 2 и вот пошла 3 волна. Ну посмотрим, может быть... Тут не совсем правильная разметка, может быть, двойка не здесь, а вот здесь находится. Ну, посмотрим. То есть потенциал ухода наверх сохраняется. Соответственно, переходим на часовой график. На часовом графике ищем как раз вот эти самые моменты. Единственное здесь, что мне не нравится вот в этой тенденции наверх. Да, тенденция сохраняется, обновляются предыдущие вершины, предыдущие впадины не обновляются. То, что рынок вышел вот из этого восходящего канала. Причем сначала канал был вот такой. Наклон потом такой, теперь вот тот, цена пока еще с этого движения не обновила предыдущую вершину. Поэтому очень высокий риск того, что рынок, если не сможет взять эту предыдущую вершину, может уйти в более глубокую коррекцию вниз. Но все равно это будет коррекционный откат, если мы вспомним, что общая тенденция, вот посмотрите, вот она. То есть может быть зигзаг раз, два, три, вот такого формата. Но все равно это возможность для дальнейшего роста. То есть мы смотрим, наблюдаем за характером движения цены, при этом движение вниз, если цена не достигнет нижней границы канала, соответственно, вот он будет сигнал для дальнейшего роста. Хотя, конечно, я не исключаю вероятности того, что рынок может и отсюда продолжить свое, как говорится, нашествие на предыдущую вершину. Тут гадать не приходится, да, то есть... Но в текущем моменте надо торговать то, что есть. Часовой график позитивный, тенденция наверх сохраняется, причем признаки ускорения тенденции здесь налицо, как говорится. Здесь вот цена не доходит до линии поддержки, формирует новые вершины. И плюс еще вот они, мои любимые коррекционные откаты, как это было здесь, раз, два, три, как это было здесь, раз, два, три, здесь вот раз, два, три, и здесь вот раз, два, три, три. Но здесь немножко есть усложнение. Здесь можно посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 волна. Как к этому относиться, сказать сложно. Но самое главное в этой ситуации. Опять же, подходите проще, не надо ничего усложнять. Но есть канал. Вот первый канал, второй канал, вот мы его пробили. Да? Вот получается так вот. Соответственно, как только рынок выходит из этого нисходящего канала, пробивает локальную вершину, в данном случае здесь, это, считаю, сигнал для входа в рынок наверх, тем более, что стоп-лосс здесь очень коротенький. Да? Вот здесь покупаем, стоп-лосс ставим чуть ниже, вот здесь, вот, ниже впадины. Хотя, в принципе, рынок уже локально показал пробой вот здесь. Вот сейчас я покажу на 5-минутном графике. Посмотрите, пожалуйста. Вот она, эта тенденция 5-минутная, коррекционный откат, вот он. Вот, обновили предыдущую впадину, и рынок здесь, посмотрите, вот обновил предыдущую вершинку здесь, вот, после которой была новая впадина. Здесь вот, да, вот обновили впадину вот здесь, вот ниже этой, вот она эта впадина. Потом коррекция, не взяли, после этой коррекции взяли опять новую впадину и сразу же взяли эту вершину. То есть вот он один из уже сигналов, который может оказаться сигналом для вот такого роста наверх. Тем более, что рынок на 5-минутном графике сформировал канал наверх, вот он, есть уже канал, можно его строить,
вот такой канал, как альтернативу или как разворотный канал предыдущего движения вниз. Но слишком уж он как бы такой узкий, да, то есть по сравнению с этим широким каналом вниз. Это поэтому, тем более, что сейчас еще ожидается выход Марио Драги на сцену, да, то есть он там начнет вещать. Поэтому я предпочитаю торговать более такой хороший сигнал. То есть в данном случае мне нужно, чтобы рынок осознанно вышел из нисходящего движения вниз, это вот пробитие вот этого верхней границы канала. Ну а дальше сигнал наверх, тем более, что канал уже здесь сформирован. Если вдруг ни с того ни с сего рынок двинется наверх здесь в таком темпе, то это будет хороший сигнал для покупки, тем более, что стоп ставится здесь. А пока этого нету, поэтому здесь есть риск того, что может рынок опять пойти вниз. Вот здесь вот опорные точки, но они какие-то сомнительные, вот эти вот опорные точки. Когда есть, возникают сомнения, рынок лучше не лезть, тем более, что через там, полчаса начнет выступать Марио Драги. Поэтому лучше в евро-доллар сейчас не лезть. Вот, но надо быть готовым к какому развитию событий. Смотрите часовку, не надо ничего гадать, смотреть. Даже если цена провалится вниз, вот здесь вот при этом движении, на каких-то комментариях Марио Драги, надо понимать, что это все равно будет коррекционный откат. До, скажем, более важного уровня, скажем, где-то вот, ну, может быть, вот этот уровень будет важным. То есть, ну, давайте ближайший уровень возьмем, то есть, если цена даже свалится вот в эту область, то это всего лишь коррекционный откат перед дальнейшим ростом наверх. Ну, а если цена все-таки пробивает предыдущую вершину, то, как говорится, движение наверх возобновится. Единственное, что здесь еще такой момент не очень хороший, это вот здесь вот зона набора позиций была, вот она эта зона. И посмотрите, рынок идеально отработал ее середину. Вот середина набора позиций, откуда цена свалилась вниз. Вот среднее значение, вот его касание. Но если цена вдруг пойдет опять с этих низов наверх, то этот уровень будет, естественно, взят, причем со свистом, и, возможно, даже увидим вот эту вершину. Так что позитивно смотрим наверх, ищем возможность. Единственное, сейчас по евро-доллару все-таки, наверное, в рынок не лезть. Это у нас британский фунт, евро-доллар. Смотрим британский фунт. Британский фунт является лидером движения, уже он порядка больше 300 пунктов прошагал. Недельный график, тем не менее, смотрит тенденция вниз. Неудачная попытка продолжения тенденции вниз, вот здесь вот, есть уже вторая впадина. Поэтому, то есть, без фанатизма относимся к этому движению вниз. То есть, мы можем говорить о том, что, то есть, ищем возможность продавать, но с другой стороны, вы должны сразу задавать себе вопрос, хорошо, а где можно будет покупать? То я вам скажу, что для того, чтобы покупать, необходима сформированная структура здесь. И она здесь готовится к своему формированию окончательному. То есть вот две впадины есть, рынок пошел. Остался последний штрих, это пробитие предыдущей вершины. И вот он, здравствуй, канал. То есть вот он канал, немножко кривоватый. Тогда мы сразу строим вот этот канал. Но его еще пока строить рано, потому что рынок не взял предыдущую вершину. Поэтому я его отображаю таким пунктирной линией. То есть она не является за основой, но является как бы таким ориентиром. Важное значение имеет горизонтальный уровень 45.23. Вот цена сейчас туда идет. Будет решаться вопрос. Пробиваем, значит канал есть. Разворот этого импульса наверх. Если цена с этих уровней подходит к верхней границе канала, это значит, что в ближайшее время возможен такой глобальный разворот. Но это еще не будет разворотом тенденции. Тем не менее, второй день подряд отмечается рост. Часовой график наблюдаем. Часовой график, посмотрите, вот была тенденция вниз, вот сейчас вот рынок вышел из этого канала. Кстати, вчера сигнал очень хорошо себя реализовал, первая, вторая, третья волна, пробитие опорной точки, посмотрите, без альтернативно, без коррекционно, цена рванула дальше и пробила предыдущую вершину, мало того, еще и вышла из нисходящего канала. Значит, вот эти вот моменты сейчас уже не актуальны. Теперь остается вот он, этот канал, который здесь уже сформирован как момент разворота тенденции вот этого канала вниз, теперь канал наверх. И в этом движении, посмотрите, вот оно, есть трехволновая структура. Кстати, что интересно, отрицательные данные по Великобритании практически здесь не отобразились. То есть вот какой-то хвост непонятный конфигурации. И то есть получается, на рынок, по всей видимости, уже зародился. И по всей видимости готовится продолжить вот этот рост. Остался последний момент, это пробитие данной опорной точки. Вот она, эта разметка есть, которая окончательно похоронит локальную тенденцию вниз. Ну, торгуем тенденцию наверх.
Краткосрочно здесь есть, вот он, первая, вторая, третья волна пробития опорной точки. Можно попытаться встать, как говорится, заранее до пробоя предыдущей вершины. Если вдруг произойдет движение наверх с пробоем предыдущей вершины, то это будет замечательная позиция, весьма далекая от уровня пробития. И что еще хорошо, при входе в рынок, при пробое данной опорной точки, стоп-лосс здесь совсем коротенький. Вот он, этот стоп-лосс. Порядка скольки пунктов, я даже не знаю, посчитать нам. Ну, 64 пункта. 64 пункта. Для хорошего потенциального роста наверх, как разворотной модели, я считаю, это хороший вариант. То есть, в принципе, можно будет входить там 0,5 лота, чтобы потерять. Ну, риск будет составлять $30-40 на сделку. Так что вот сейчас ждем, наблюдаем. Очень интересный момент. Это британский фунт. Дальше смотрим швейцарский, франк я уже разобрал. Канадец смотрим. Канадец продолжает свое укрепление против американского доллара из-за того, что там по сей день нефть укрепляется. Тенденция не сохраняется, все больше и больше меня разочаровывает. То есть вот был момент для формирования трех маленьких индейцев как элемент разворота тенденции. Но это не произошло, и я предупреждал, что когда строится подобного рода забор, либо цена очень резко уходит наверх, как разворот, либо проваливается вниз. Но рынок выбрал, по всей видимости, попытку провалиться вниз. И, соответственно, цель этого падения – это, естественно, достижение нижней границы канала. Вот. Это разочарование рынка, попытки разворота. Все это уже не актуально пока. Удаляем. И ищем возможности для входа в рынок в продажу. Но если цена вдруг ни с того ни с сего все-таки пойдет наверх, то вот этот уровень, черная линия, она остается. Но опять же поймите, что цена, это не значит, что цена сразу может уйти наверх. Здесь необходимо формирование канала. Вот я его схематично здесь отобразил, как элемент разворота этой тенденции наверх. То есть не все сразу, как говорится, не все пряники. Ждем вот такого момента. Но тенденция вниз, значит, часовой открываем, торгуем без фанатизма. Вот эти все разметки, посмотрите, после коррекции идеально себя реализовали. Никакой коррекции после пробития опорных точек здесь не было. Рынок продолжает свое победоносное шествие, падение американского доллара против канадца. Обновили опять впадину. Опять что? Ждем коррекцию наверх. Желательно, чтобы она имела трехволновую структуру. Любой подъем наверх вот к этой вершине, это является коррекционным откатом. То есть вот эти вот уровни уже не актуальны. То есть вот посмотрите, цена, вот пробив предыдущую впадину, пытается скорректироваться. Поэтому любой подъем вот к этой вершине, это коррекция. Желательно, чтобы она имела некую структуру, подобной этой. Для того, чтобы убедиться, что коррекция завершилась и рынок выбрал импульс, то есть сформировал импульс для дальнейшего движения вниз. Сигнал для входа в рынок, естественно, является пробитие вот этих вот предыдущих впадин. Вот таких моментов здесь и надо ждать. Сейчас, вот, честно говоря, здесь никаких сигналов нет для меня, поэтому я вне рынка. Ну, единственное, если прям хочется прямо сейчас торговать по канадцу, откройте 5-минутный график и вот как раз наблюдайте за структурами на коротком таймфрейме. Вот она тенденция вниз, ждем коррекционные откаты наверх. Желательно, чтобы они имели вот такую структуру, первая, вторая, третья. Вот нужна вот эта опорная точка. Здесь ее нету, поэтому сейчас здесь в самом низу вставать вниз я бы не рекомендовал. Ждем коррекцию и встаем вниз в конце этой коррекции при формировании вот этих вот хитрых опорных точек. Все, с канадца уходим, идем дальше. Российский рубль. Российский рубль сегодня с гэпом открылся наверх. Формирую вот недельный график, вот тенденция сохраняется, но посмотрите на, то есть недельный, на дневной график. Вот то, о чем я и говорил. Для того, чтобы рынок развернулся наверх, рынку необходимо сформировать разметку для разворота. Это канал, в котором цена, как бы предполагается, будет двигаться. Вот, вот вторая впадина, она уже как бы есть, ее попытка сформировать эту вторую впадину, как это было вот здесь. Вот. Если это будет удачным моментом, то остается момент для окончательного разворота наверх, это вторая впадина, вторая вершина, пробитие предыдущей вершины. И тогда сигналом для входа в рынок будет являться пробитие вот этой черной опорной точки, вот здесь это отобразил, как возможно дальнейшее движение укрепления доллара против российского рубля. Вот. Ждем такого события. Вниз элемент не рассматриваю, возможности для входа в рынок вниз я не рассматриваю. Дальше смотрим. Так, о, пошла прибыль по франку, надо посмотреть, извините, я сейчас
попробую разобраться с франком, что там происходит. Так, тенденция вниз сохраняется. К сожалению, вот опять появился сигнал на продажу вот здесь вот. Теперь еще последний здесь сигнал может быть на продажу здесь. Но в связи с тем, что я тут веду семинар, ну не знаю, буду открывать или нет, тем более, что я и так уже в рынке, как говорится, по уши. Но сигнал для продажи, посмотрите, 1, 2, 3, есть уже сигнал, или 1, 2, 3, 4, 5 волна. В принципе, пробитие опорных точек является сигналом для продажи. Вот сейчас, я не знаю, я и так уже перегрузил свой депозит открытыми позициями, поэтому просто для себя смотрю, что если вдруг пробьет, я бы здесь, наверное, открыл позицию в продажу. Тем более, что стоп-лосс совсем рядом. Вот так вот. Канал есть, ждем дальнейшее движение вниз, тем более, что и линии поддержки. Вот первая ее коррекция, вторая ее коррекция, и вот третья коррекция. И вот третью коррекцию тоже мы уже обновили, да, вот выход. Ждем такого. Если цена пробивает предыдущую впадину, сразу выставляю без убыток, часть позиции закрою. Да, и еврофунт, кстати, тоже понес, потащил прибыль. Так, надо посмотреть, что там с ним. Так, еврофунт. Очень интересный момент. Да, вот обновила впадину. Очень хороший был здесь сигнал по моей новой стратегии. То есть я уже не жду отработки трехволновых структур. Поэтому я сейчас не хочу комментировать, почему я здесь продавал. Единственное, я хочу сказать, что я теперь ищу возможность в конце коррекции найти сигнал для входа в рынок. Да? Вот как вот здесь вот было. Вот приблизительно похожая картинка. Ну, подтверждается движение. Посмотрим, как она себя реализует. Поэтому без убыток я не выставляю. Но об этом позже, наверное, скорее всего, уже летом. Посмотрим. Сейчас собираю статистику. Дальше. Российский рубль сказал. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар продолжает свое восхождение наверх. Сегодня, правда, корректируется цена. Ну что ж, замечательно. Пусть корректируется. Будем покупать в конце вот этого коррекционного отката. Посмотрите, идеальная тенденция. Признаки ускорения. Тенденция не доходит до линии поддержки. Обновляет новые вершины. Формирует. Соответственно, ждем часов. Либо на дневном графике ждем хорошую коррекцию вниз. Но, правда, ждать приходится долго, 2-3 недели. Либо мы торгуем на часовой график, понимая, что коррекция может быть более глубокая, но ищем возможность входа в рынок внутри дня. Да? Вот оно, коррекционное движение вниз, как это было здесь. Вот, рынок закончил. Если рынок закончит эту коррекцию вниз, то сигнал для входа в рынок – пробитие опорной точки. Может случиться так, что мы можем, скажем так, достаточно долго удержать эту позицию, потому что очень уж хорошая тенденция. Но осталось только дождаться, когда эта коррекция завершится, возобновится подъем. Вот тогда входим в рынок в покупку. СОП сразу, естественно, выставляем за впадину. Но я тут давал комментарий, желательно, конечно, может быть из-за того, что рынок здесь была упрощенная коррекция, здесь эта коррекция может быть более сложная, да, вот такого формата. Но ничего страшного, ждем такую разметку, как только коррекция завершится, встаем наверх. Любое падение вот к этой впадине, это коррекция, даже если цена свалится вот в эту область. Пусть главное, чтобы цена шла вниз вот в таком канале. Тогда все будет прекрасно и будет момент для входа в рынок. Так, уходим с новозеландца, идем дальше. Японскую иену. По японской иене я также остаюсь квадратным, то есть торговать по нему сейчас желания нет абсолютно. Цена, посмотрите, ничего не делает вторую неделю подряд. На дневном графике консолидация. Тем более, что цена подошла, идеально отметила зону набора позиций, среднее значение, вот она. И, соответственно, сейчас что-либо говорить, ну, понятно, что тенденция вниз сохраняется, пусть рынок скорректируется, и потом пойдет вниз и сформирует разметку. Сейчас даже ниже дневного разметки, даже рассматривать вот эти вот колебания здесь я не собираюсь. Слишком уж узкая консолидация, и ловить эти движения желания нету. Уходим из японской иены в золото. Золото сегодня обновило вершину на дневном графике. Честно говоря, мне золото сейчас ставит затруднение в плане того, что вот явно не хватает такого провала вниз, формирования второй впадины для того, чтобы построить канал. Вот этот канал. И этого здесь нету. Поэтому идет это вот трехнедельное вот это вот коррекционное движение, то есть никакого движения, коррекция, вот видите, да, вот консолидация в виде такого вот непонятно чего. Ну что ж, раз мы не идем наверх, наверное, будет какой-то некий провал вниз, и только потом возобновление движения наверх. Да, вот. Поэтому сейчас вне рынка по золоту.
Даже краткосрочно торговать в этих условиях возможности у меня нет. Слишком дорогое удовольствие. Разметки нету под золотом. Австралийский доллар. Австралийский доллар продолжил свой рост. Вчера закрылся на самом пике. Вот три маленьких индейца, кстати, посмотрите, себя не реализовали. Видите, да? Первая, вторая, третья. Отбоя нету, рынок пытается продолжить. Соответственно, делаем вывод в том, что, скорее всего, рынок очень сильно может уйти наверх. Хорошим подъемом таким. Соответственно, уходим в часовой график. В часовом графике ждем вот эти разметки. Вот, кстати, вот я вчера показывал. Вот ждем вот такие разметки. Коррекционные откаты. Вот они, эти коррекционные откаты. И смотрим структуру этих коррекционных откатов. Сигналы все, которые возникали, посмотрите, после коррекции, как только цена пробивает опорную точку, вот, без всякой попытки скорректироваться, сразу дает прибыль. Здесь это было. Вот движение вниз. Как только цена выскочила из канала, посмотрите, пробой, и цена сразу ушла с обновлением вершины. Здесь то же самое. Вот здесь, правда, была такая некая попытка вот здесь вот уйти. Трехволновая структура, но стоп короткий, ничего страшного. При возобновлении движения наверх, посмотрите, вот вершина, а вот опорные точки. Да, они практически в самой вершине. И когда цена пошла наверх, пробила первую ближайшую опорную точку, вот посмотрите, цена сразу ушла наверх, и даже можно было бы удержать позицию без убытки, и вот тенденция. Вот такие разметки мы здесь ждем. Надо ждать. Вот вершина не взяли, пусть цена скорректируется. Если цена возобновит свой подъем, пробой, встаем наверх. Ну а кто уверен, что тенденция сохранится, ищем какие-то сигналы вот в конце вот этого коррекционного отката. Да? Вот такой сейчас момент, и здесь вот пытаюсь вот по евро-доллару, вот я сейчас попробую, пытаюсь вот эти моменты здесь как бы обнаружить. Но посмотрим, пока еще только на стадии изучения. Все, на этом и завершаю обзоры валютных пар. Теперь отвечаю на ваши вопросы, если у вас такие вопросы здесь накопились, да? Да, я вижу, что накопились. Так, вопросы. Марастую продажу по канадцу 26844. Комментируйте, пожалуйста. Так, канадец. Давайте, канадец. Еще раз. Ну, я вроде как объяснил. 26844. 26844. Да, достаточно низковато вы встали, конечно, даже на 5-минутном графике. 44. Так, ну что я могу? Так, давайте смотреть. 6744. Непонятно. А, понятно, я понял вашу логику. Да, вот здесь вот было пробитие. Да, да, да. Ну что я могу сказать? Держать надо позицию. Единственное, что вот стоп за вершину. Почему? Потому что я уже говорил, что рынок может сформировать разворот, то есть зигзагообразную коррекцию большего формата, еще большего. Если вы готовы терпеть вот такие убытки, то в принципе стоп вы вынести за вершину. С другой стороны, если вы не готовы терпеть этот стоп-лосс, то выставляем за ближайшую вершину. Здесь в принципе есть такая разметка. Я бы держал эту позицию, ну тут альтернативы нету. Так, 5-минутный график. Да, кстати, хотел бы сказать, что на часовая разметка есть. Часовая разметка есть. Стоп, если бы я вынес за вершину, то я однозначно бы держал эту позицию. И на 5-минутном графике здесь как бы тоже, да, вот. Да, ну вот тенденция вниз. Вот он канал. Наблюдаем за... Вот характер движения цены. Ну здесь вот... Может быть такой локальный выброс к верхней границе канала. Здесь надо будет наблюдать. Если цена подойдет к верхней границе канала, то тогда, по всей видимости, коррекция может быть более высокая. Если же цена остановится перед верхней границей канала и возобновит свое падение вниз, то тогда надо позицию держать до упора. Я не знаю. Я лично бы держал бы позицию до упора. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Так, дальше. Так. Иван, я ответил на ваш вопрос. По евро трехволновая структура 13.73 опорная точка для покупки. Так, да, там есть сигнал, да, кстати, упустил такой момент. По евро-доллару, да, там интересный момент есть сейчас. Вот, да, 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 абсолютно, я понимаю, о чем вы говорите. Да, вот есть, но здесь есть такой хитрый момент.
Если внимательно посмотреть на эту структуру, да, не все так однозначно. Посмотрите, да, тенденция часовая ускоряющаяся, цена не дошла до линии поддержки. Очень хороший вариант для такого мощного роста наверх. И пока что все говорит только за это. Альтернативы для движения вниз я не вижу. И сигналов для входа в рынок в продажу здесь я тоже не вижу. Ищу возможность купить. Но из-за того, что сейчас будет вещать Марио Драги, естественно, может наступить вот такое движение. То есть резкий рост, резкое падение, вынос стопов. Потому что цена и так уже достаточно высоко приподнялась. И здесь получается середина от вершины до впадины. Поэтому здесь, вот в этой области, пока что я не тороплюсь торговать. Поэтому я и говорю без фанатизма. Если уж прям хотите торговать, то тогда понятно, вы должны понимать, что здесь покупаем, стоп обязательно здесь надо ставить. Очень хороший момент. И в то же время здесь вот эту структуру надо посмотреть более внимательно. Она достаточно хитрая. Лучше всего его смотреть на 5-минуточке. Вот я ее отобразил, кстати. Посмотрите, вот он этот коррекционный откат. И в этом коррекционном откате посмотрите структуры. Да? Вот вершина, вот оно движение вниз. Вот это вот впадина. Она пробила предыдущую впадину. После того, как она пробила предыдущую впадину, рынок скорректировался, не взяв предыдущую вершину. То есть получается импульс, коррекция. Коррекция не взяла предыдущую, образовали новую впадину. И получается, что это движение наверх было до этого пробоя, до пробоя предыдущей вершины. Это была коррекция перед дальнейшим снижением вниз. Но рынок, посмотрите, пробил, проколол вот эту вершинку и даже попытался пробить верхнюю границу канала. Очень интересный момент. Подавая сигнал заранее о том, что рынок готовится пробить вот эту разметку, которая видна на часовом графике. Но пока этого нету. Поэтому здесь я не знаю, ну, может быть, стоит рискнуть, скажем, или может быть ждать все-таки пробить этой вершины. Вот в этом восходящем канале все нормально, да, вот надо посмотреть. Либо вот посмотрите, трехволновая структура. Если цена пробивает вот эту опорную точку, то в принципе можно даже еще заранее встать до пробития вот этого основного уровня. Хотя это да, вот этот уровень основной, я считаю. Но внутреннюю структуру надо обязательно наблюдать вот на коротком таймфрейме, который может дать раньше сигнал, поэтому надо будет в этом плане наблюдать. То есть вот, внимательно изучайте движение цены. То есть вот, даже вот в этом маленьком канале есть трехволновая структура. Посмотрите, раз, два, три, вот. Если цена пробивает этот уровень, тогда может так, что как сжатая пружина может выбросить ее наверх с целью пробития даже вот этих вершин. Ну, просто наблюдаем, смотрим. Ну, не все так однозначно. Марио Драги может полностью... Хотя, в принципе, здесь сложно определить, есть ли здесь сигнал на разворот тенденции или его нету. Потому что вот прокол есть, но подтверждения пока еще нету. Необходимо продолжение тенденции. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так, дальше. Ох ты, как франк отскакивает наверх. Обновили предыдущую впадину. Да, вот. Предыдущую вот эту впадину. Выход из канала состоялся. Сейчас идет движение цены вот в этом маленьком канале. Так, ну что ж, ждем. Если цена с этого движения пробивает данную вершину, то это может вызвать дальнейшую попытку роста, да? К верхней границе канала еще выше. Потому что, вот посмотрите, обновили ли вершину предыдущую, это движение вниз к этой впадине, это был коррекция. То есть вот здесь вот вершинка, она не пробила предыдущую вершину. Вот. А вот эта вершина пробила предыдущую вершину. Соответственно, это коррекционный откат перед возможным дальнейшим ростом наверх. Сигналом для входа в рынок будет являться, естественно, пробитие вот этой вершины наверх. Но опять же, это движение против основной тенденции. Сложно сказать, насколько оно себя хорошо реализует. Но потенциал хода наверх очень хороший. Вот к этой вершине. Это все коррекция перед возможным дальнейшим снижением вниз. Поэтому у меня стопы расположены очень рядом. Даже, наверное, подтяну еще ближе. Вот таким образом. Потому что сейчас на новость наверняка рынок как-то среагирует. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот. Наблюдаем сейчас крайне осторожно. Да, есть хороший вариант для падения, но в то же время не исключаем того, что рынок пока еще вот вершина впадина, не пробили предыдущую впадину, вот это была коррекция. Возможно, вот этот маленький тренд, он еще пока жив, чем больше жив, чем мертв.
Единственный момент, если вот пробьем вот эту впадину, ну тогда можно будет говорить о том, что рынок готов развернуться. И практически уже это разворот тенденции. Сейчас этого нету, ждем. Поэтому больше здесь комментировать нечего. Дальше смотрим. Так. Марат, скажите, почему кросс-курсы не торгуете? Спред вроде не... Так, я уже отвечал, Дмитрий, на этот вопрос. Ну, просто не торгую. Квантовой математикой занимается Иван Бузычкин. Хорошая вещь. Так. Так, так. Прокомментирую еще раз золото. Я уже комментировал золото, пока вне рынка. И пока там вообще ничего не понятно. С точки зрения разметок. Абсолютно. По фунту, так, по австралийцу. Так, по австралийцу Лейла определила уровень. Давайте посмотрим еще раз австралиец. Ну, я давал комментарии, да? На часовом графике уровень какой вы определили? 7796. Да, так, 7796. Ну, как вы видите, да, вот, да, 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 вот она, это опорная точка, есть такое дело. Вот он, пробой состоялся. Если вы успели здесь вскочить на него, то это замечательно, да, 7796. Хороший был уровень. Ну вот смотрите, да, усложненный вид коррекции на 5-минутном графике. Посмотрите, как работать с этой вот коррекцией. Да. Строим канал, естественно. Вот он канал. Вот, вот он канал. Цена вышла из нисходящего канала. Вот понятно, что ключевым уровнем здесь является вот этот уровень. Да. То есть мало того, что надо выйти из канала, нужно еще сформировать свой канал как альтернатива этому каналу. То есть надо выход из канала, ждем коррекцию, попытку продолжения тенденции. Если она кажется неудачной, то тогда встаем наверх, когда цена, сформировав вторую впадину, пробивает эту опорную точку. Посмотрите, как только она ее пробила, цена сразу дала нам прибыль. Абсолютно правильно, Лейла, абсолютно правильно. Вот как надо анализировать окончание коррекции, да, вот с точки зрения формирования импульса, нового импульса наверх. Так, 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 так. По фунту говорили, что вверх не пойдет, только sell. Это я говорил, да? Ну, я так, в принципе, не мог этого сказать. Единственное, что я мог сказать по поводу фунта, я не мог сказать, что оно не пойдет наверх. Единственное, что я мог сказать вот в этом плане, что сигналов для разворота тенденции наверх на недельном графике здесь нету. А сигнал на разворот будет сформирован тогда, когда сформируется канал. А его еще и пока нету. Поэтому любой подъем наверх — это коррекция, где мы ищем возможность для продажи. Вот тенденция вниз сохраняется. Даже в этом движении, посмотрите по фунту, цена не взяла предыдущий локальный уровень, вот она остановилась. И я не исключаю вероятности того, что если цена пойдет вниз, есть уже опорная точка. Первая, вторая, третья. Сигнал для продажи. С другой стороны, если все-таки рынок с этого движения пробьет предыдущую вершину, то тогда, конечно, здесь уже сформируется разворотная модель вот этого последнего импульса вниз наверх. И все равно это будет иметь трехволновую структуру, первая, вторая, третья, перед возможным дальнейшим снижение вниз, если цена не выйдет за границу, верхняя граница канала. Вот. Тогда это все. То есть я не мог сказать, что прям вот он никогда не пойдет наверх. Я всегда говорю, что альтернатива должна быть. Что я буду делать, если цена пойдет наверх, где я буду покупать и где я буду продавать, если цена пойдет вниз. Это британский фунт. Дальше. По фунту еще на дейли три солдата. Три солдата по фунту на дейли. Честно говоря, не вижу. Были три солдата, намек, да, но он уже себя реализовал, и он актуален. Сложно мне сказать. Нет, не вижу на дейли трех солдат. Может быть, я ошибаюсь. А, три солдата, извините, господи. Три солдата, вы говорите, да? Три солдата. Да, есть вот три солдата, как модель продолжения тенденции наверх. Абсолютно правильно. Но, честно говоря, я в свечном анализе плохо разбираюсь. То есть я одно время пытался с ним работать, но не очень получается. Так, дальше уехали. Так, ну все, собственно, на этом я завершаю свой семинар. Вопросов больше нету.
Встречаемся с вами, кому интересно. Я рекомендую новичкам мои базовые принципы. В 3 часа дня я их ежедневно читаю. Кстати, смотрите, вот то, о чем я говорю по евро-доллару. Посмотрите, вот трехволновая структура. Вот только что состоялось его пробитие. Вот здесь надо было покупать со стопом ниже предыдущей впадины. Я бы здесь купил, если бы, конечно, не проводил семинар в текущем моменте. То есть это может случиться так, что вот этот вход в рынок вот на этом пробое, да, вот то, что я вот говорил. Может случиться так, что рынок сходу может взять и опорную точку наверху. То есть можно было немножко заранее встать наверх, потому что сигнал был, вот такой хитрый сигнал был вот здесь, пробитие предыдущей вершины. И при этом еще движение наверх сформировало свой собственный канал. Посмотрите, вот он этот канал, в котором цена двигается наверх. И вот сейчас, похоже, обновляет, ну вот, обновление вершины. Не знаю, пробьет, не пробьет, но вот посмотрите, было бы идеальное решение перед пробоем опорной точки войти в рынок вот здесь. Вот. Замечательный был вход бы. Здесь уже можно было бы выставить без убыток. Но вопрос, пробьет, не пробьет, сложно сказать. А, ну, если бы не пробило бы, тогда бы стоп здесь зацепило бы, мы остались вне рынка. Ничего страшного. Ну вот, да, идет сигнал. Так, на дневном графике часовом. Так, ну что, все, пробой состоялся. Так, 5 минут. К сожалению, да, я не... Так, пробой, прокол. Повторяю, этот сигнал, который сейчас, вот сейчас идет, да? Почему я сейчас не вхожу в рынок? Из-за того, что Марио Драги будет выступать. Поэтому перед новостями такой сигнал в текущем моменте я игнорирую, да? Вот именно перед самым выходом, через 20 минут будет вещать Марио Драги, поэтому я в рынок осознанно не вхожу. А вот здесь вот, конечно, надо было вставать. Вон как пошла цена, и уже был бы запас безопасности для входа в рынок. Ну, замечательный сигнал. Кто успел, тот молодец. То есть все надо делать вовремя, как говорится. И вот идеальный был хороший вход в рынок здесь. Вот именно этот сигнал. То есть, чему я вас все время призываю? Смотрите характер движения цены. Я все время об этом говорю. Вот импульсное движение, как только начинается коррекционный откат, сразу садимся за монитор и прям каждое движение вот это изучаем прям под микроскопом. Да? Как это делать, сегодня буду рассказывать в 3 часа дня. То есть вот то, что я сейчас говорил, вот это я буду рассказывать на своем семинаре. Так что приглашаю. О, и Франк пошел в мою сторону, да? Кому интересно, приходите сегодня в 3 часа дня. О, какой провал. Да, и вот здесь пробитие произошло. Ну вот, собственно говоря, все. Тут все сразу переношу теперь без убыток позиции все свои. То есть часть позиции вот эту я сокращаю. Ну, где-то половину, наверное, закрываю. Оставшуюся часть выставляю без убыток. Так, выставляю стопы. 96-149. 96-149. Так, есть. И второй контракт выставляю, все-таки оставляю его за вершинкой, вот этот, от этой позиции, наилучшей позиции, на 96-255. 96-255. Так, то есть вот, ну, собственно, все тут история. Так, забрал сегодня прибыль. $5. Так, ну вот, собственно, все. Теперь встречаю новости. Буду ждать, сидеть, ждать новости. И как они себя реализуют, посмотрим. А. Кстати, хорошо поехал Еврофунт, да, тоже было. Ну, я его как бы игнорирую сейчас, это не до него. Хотя на Марио Драги, конечно, этот кросс-курс куда-то двинется. Не знаю, посмотрим. Ну, собственно, все. Желаю вам всем удачи. Берегите себя, свои деньги. Кому интересно, присоединяйтесь сегодня в 3 часа дня. На мой семинар «Базовый принцип». Будем каждое движение рассматривать под увеличительным стеклом. Как правильно оценивать коррекционный откат. Кому интересно, жду вас в 3 часа дня. Всего хорошего, до свидания.